В рамках старта массовой вакцинации от COVID-19 в Раменском городском округе начали работать мобильные бригады медиков. Возможность привиться без похода в поликлинику оценили многие жители округа. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции стартовала в конце декабря 2020 года. На сегодняшний момент уже привито 1720 человек. Эти люди получили первый компонент вакцины, и 425 человек уже получили второй компонент. В основном это, конечно, сотрудники здравоохранения и учителя. В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции самым эффективным средством защиты от заболевания и его тяжелых последствий мировыми учеными была признана вакцинация. Вакцина «Спутник Ви» начала поступать в больницы региона с начала декабря 2020 года. Оба компонента уже получили работники здравоохранения, образования и других сфер. Вакцина «Спутник Ви» начала поступать в декабре 2020 года. Заработали 4 кабинета вакцинопрофилактики в поликлинике ЦРБ, в поликлинике номер 1, Речицкой участковой больницы и Ильинской поликлинике. На прошлой неделе в рамках старта массовой вакцинации от коронавируса в Раменском городском округе на РПЗ работала выездная бригада медиков. За 2 дня представители Раменской ЦРБ дали возможность вакцинироваться 57 сотрудникам приборостроительного завода без отрыва от производства. Вакцинация проходила в заводском медпункте. Через 21 день после первой прививки заводчане получат второй компонент «Спутник Ви». Всего с начала старта массовой вакцинации на РПЗ привились 100 сотрудников. Я доверяю этой вакцине, потому что раньше я прививался от гриппа, и эта вакцина от гриппа не подвела. Я думаю, что это тоже не подведет. Тем более, я не хочу, чтобы мои родственники заболели. Это очень опасная болезнь, я решил пристраховаться. Кто-то из знакомых болел? Да, болели. И последствия были даже печальные, к сожалению. То есть вы надеетесь, что вакцина поможет вам нормально перенести вот этот... Да, я уверен, я думаю, все будет хорошо. Мобильный комплекс вакцинации начал свою работу буквально на прошлой неделе. Вакцинированы сотрудники Раменского приборостроительного завода, РПКБ, окна АТИК. Дальше будет продолжать работу мобильный комплекс по заявке руководителей этих предприятий, ну и других предприятий Раменского городского округа. Надо не забывать, что вакцинация проводится в 2 этапа, и мы также будем выезжать повторно через 21 день для вакцинации второго компонента. Напоминаем, что записаться на вакцинацию против COVID-19 можно на портале госуслуг в разделе «Запись на вакцинацию» по телефонам 8 800 550 50 30 или 122, а также обратившись к своему участковому терапевту или фельдшеру по месту жительства. В первую очередь вакцинация показана людям старше 65 лет, имеющих хронические заболевания. И у нас уже составлен план-график на январь-февраль. Будет выезжать мобильный комплекс в отдаленные участки нашего Раменского городского округа для вакцинации пациентов, которые не могут добраться до города. Будет осуществлен выезд специалистов с достаточным количеством вакцин для вакцинации. По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в России проводится прививочная кампания против коронавируса в рамках национального проекта России. Сергей Григорьев, Ольга Скрябина и Дмитрий Курунов для программы «Городские вести».